this is not important. What's the author is a rule after the voice? So, has to be a long problem. Besides this, it could be good if after that, let's say, make this. Thank you.
Okay. Action. Эта работа называется «Сон продавца Балмука». Эта работа памятна мне, потому что написана первой по приезду в Китай, по первым впечатлениям, в 2004 году. Когда мы подавали в провинцию Шантон, и как-то раз, видимо, вечером,
Я один маленько видел жилого продавца бамбука, который зашел не очень хорошо. И он мирно спал рядом со своим колесным велосипедом, которое служило ему повозкой для бамбука. Я подумал, что это символ. Я подумал, что это символ человека, который вечно в движении, вечно на колесах. Только на секунду он замирает в своем сладком сне. И в эту секунду он касается свечи земли и становится сопричастным ей. Your body should show us. Как-то вечером, проходя мимо рынка, который закрывался, я увидел такого пожилого человека, который мирно спал в своем приколесном велосипеде. Видел, бизнес шел не очень хорошо. Я подумал, что в этом есть символ, в этом есть некий философский этюд, когда человек вечно в движении, вечно на колесах, на секунду во сне соприкасается с вечностью и становится в этом сне известно, что ему снится, может быть, он соприкасается с корнями своей древней цивилизации, с архетипами, образами, которые живут в подсознании каждого человека, чем бы он ни занимался, кем бы он ни был. И вот идея сна потом будет не раз развиваться в творчестве, хотя бы и воплощение. Ну, только сон на самом деле. For us, I don't know this. Окей. Итак, эта работа называется «Олимпийская стрижка». Работа навеяна событиями 2008 года, открытия Олимпийских игр в Пекине. Для меня во всяком событии интересно прежде всего не само событие, а что к нему привело.
То есть ощущение предчувствия, ощущение подготовки, показать те эмоции и внутренние движения, которые предшествуют событию. И я хотел передать вот эту атмосферу какого-то, атмосферу подготовки, вот этого взрыва эмоций, взрыва красоты, который в конце концов состоялся на открытии Олимпийских игр в Пекине. Я хотел сделать композиционный ход волной, то есть когда движение композиционно идет сверху вниз и снизу вверх. И на пересечении этой волны находится главный персонаж, девочка, которая через несколько минут будет участвовать в перформансе. Вот одна из знаковых картин, которая была создана здесь в Китае. Окей. Работа называется «Олимпийская стрижка». Работа написана по мотивам впечатлений от открытия Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Во всяком событии для меня важно скорее не само событие, а то, что ему предшествует. То есть ощущение за несколько секунд до. И вот я хотел передать в этой картине подготовку, когда через несколько минут произойдет этот взрыв эмоций, красоты, какого-то совершенно безумного перформанса, который готовился долгое время. И я думаю, что мне это удалось. Полнообразная композиция показывает динамику и статику в одно и то же время, когда движение идет от этого угла, проходит свою вершину, волна не спадает и поднимается вновь. И на пересечении вот этой волны лицо главного персонажа, который участвует в этом всем. Вот так состоялась картина. Speak something. Okay. Работа называется «Олимпийская стрижка». Okay. Работа называется «Олимпийская стрижка». Эта работа навеяна впечатлениями о открытии Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Игры были наиболее знаменательным событием в китайской культурной и спортивной жизни. И мне хотелось в этой картине показать процесс подготовки открытия этого события. В каждом явлении меня интересует скорее не само явление, а как оно произошло, что привело к нему и как привело. То есть я хотел показать вот это ощущение за несколько минут, может быть, до взрыва эмоций, взрыва красоты, безумного перформанса, который сейчас произойдет. Я использовал в картине полнообразную композицию, которая... Итак, работа называется «Олимпийская стрижка». Эта работа навеяна впечатлениями о открытии Олимпиады в Пекине 2008 года. Это было одно из самых ярких и знаменательных событий последних лет китайской культурной и общественной жизни. Безумный перформанс, который произошел на открытии, ярчайшая церемония, которая готовилась лучшими мастерами. Я хотел показать ощущение за несколько минут до. То есть вот эта олимпийская стрижка, когда событие еще не произошло, но оно уже грядет. То есть оно, скажем так, созрело. Ему осталось совсем немного для того, чтобы произойти. Этот безумный перформанс, этот взрыв красоты, взрыв эмоций, он сейчас произойдет, он уже готов, ему осталось буквально несколько минут. Я использовал волнообразную композицию, когда волна поднимается, не спадает и поднимается вновь. И на пересечении этих композиционных волн находится лицо главной героини. Композиция этой работы также большую роль играют взгляды. Взгляды и повороты, которые как бы ведут зрителя по композиционным, логическим и пластическим ходам, не давая ему свернуть с нужного пути. Вот сейчас эта работа украшает факультет имиджа дизайна одного из
best apology, something. Нет, эта работа называется «На службе красоты». Работа также навеяна подготовкой к открытию Олимпийских игр. Колледж, с которым я сотрудничал, разрабатывал имидж-дизайн одной из частей церемонии открытия. И в частности, парики античных героев Китая. И вот я отразил этот момент, когда происходит кропотливый сосредоточенный труд, который потом, видите, я избрал композиционную форму сердца, оно как бы вырастает снизу вверх. Я избрал этот ход не случайно, показывая, как из нижних этажей тяжелой работы, кропотливого труда, вырастает цветок красоты. Цветок красоты, цветок гармонии, и верхняя часть, вот, когда она уже переходит в открытие, время выйти к зрителю, время показать созданное, я хотел показать именно вот этот вот путь развития, как растет цветок, как растет дерево, от корней до вершины, от стебля до стебля. Okay. Эта работа. Эта работа называется «На службе красоты». Она также навеяна подготовкой к открытию Олимпийских игр в Пекине 2008 года. В частности, колледж, с которым я сотрудничал, отвечал за имидж-дизайн одной из частей церемонии открытия. В частности, создание париков античных китайских воинов, которые присутствовали на церемонии открытия. И я хотел показать, как происходит рост. Композиционно я сделал как бы форму цветка, форму сердца, который композиционное движение вырастает снизу вверх. В этом я хотел изобразить некую символичную структуру развития, как из нижних этажей, как от корней, от земли вверх вырастает цветок красоты, вырастает от тяжелого кропотливого труда, каких-то усилий, которые, может быть, незаметны извне, как под землей прорастает семя, и как в конечном итоге оно расцветает. Вот цвет, вы видите, вот эта часть, она как бы цветок, который вырос из этого всего, вырос из земли, вырос из почвы. Вырастает прекрасный перформанс, вырастает всплеском красоты, вырастает цветом и гармонией.